Всем привет, с вами Сёмка Игроман и воскресный хоррор под названием Seeking Evil Devendigo. Хоррор из 2017 года, не так давно его увидел. Я не знаю, что это за рамка, разрешение поменять тут невозможно, как видите. И тут все на английском, поэтому ладно. Ничего такого нету, нажимаем play. Как есть, так есть, собственно, такие. Ничего я поменять не смогу. Загрузка. Я не думаю, что загрузка будет слишком долгой. Хоррор, во-первых, не требовательный, не очень требовательный. Настройки графики, там я даже, у меня не показалось, я ничего не понял, собственно, никак не разобрался. Отредактировал Звученский, да и все, собственно, ничего тут такого и не надо было бы делать. Для того, чтобы как-то комфортно играть. Ну, долго. Ну, пока что не вылазит вот этой вот всякой вот загрузочки Windows, типа то, что типа, приложение остановлено, куда такое. Ага, вот на нас. Шебуршение какое-то. Вот так хрюкает. Ну и что это такое? Ну, год свиньи какой-то скоро. Я все-таки немного не понимаю, что с разрешением такая беда. Чего? Эй, а что с разрешением такая беда? Алло, так и должно быть? Это я чувствительность сбиваю просто, покажите. Серьезно? Ё-моё, что это? Ну ладно, черт с ним. Уйдите отсюда! Налево, кто ты такой? Пошел в баню, а? Такое разрешение? Серьезно? Что такое фиговое разрешение-то? Зажигалка, окей. Сжечь. Чё, как это сжигать-то? А, окей. Это я на левую кнопку нажал. Ой, на правую кнопку нажал. Крауч С. Что мне надо сделать? Ну, крауч С еще. А, выйти, я понял. Не, такое разрешение как бы в игре есть? Оба-на. Хм. Это точно хоррор? Now, if I recall correctly, burning the nine totems should lift the curse. Чего-то я не понял, что он сказал. Короче, здесь, в этой игрушке, я заранее посмотрел, так как я сразу вижу, что она на английском. Таких прям крутых настроек. Ну, что это, мать твою? Вот что это такое? Нету, поэтому я посмотрел, что тут нужно делать. Тут нужно искать тотемы. 9 тотемов нужно нам найти. It's almost night. Чего это я сделал? А, я зажигалку выронил. Хорошо, можно ронять предметы. Право-лево кнопка мыши. Хорошо, это, в принципе, не очень такие страшные, я как думаю, хоррор. Вот так, это у нас подсветка какая-то, хотя не понимаю, какая. Это зажигалка. Зажигалку включать здесь ночью нельзя. Вот у нас темнеет уже. Это не очень-то такие хорошо. Ну, вот с разрешением беда. Мне кажется, оно не должно таким быть. Так, ладно, хорошо. Нужно найти тотемы, и я просто узнав, что нужно найти тотемы. Что-то свет, что-то... Вот, я говорю, найди и, и сожги 9 тотемов. Для этого мне надо вот так подсвечивать и искать их. Вот, воспользуйся вот этой фигней. А, вот оно теперь нужно. Хорошо, подсветка нужна для того, чтобы... это самое. Тихо, а что такое? Вон там он. Тотем?
Или огонь просто... нет, это просто огонь, окей. Хотя, может, это тем, я... Я просто показал, что там кто-то ходил. Дождь начался! Гроза! Так, а тотемы-то они появляются в каких-то особенных местах? Или... ну, или рандом. Скорее всего, рандом. Но с разрешением, мне кажется, так не должно быть. Прям нифига. Субтитров, опять же, таки нету. Мне кажется, кто-то хоррор как был выпущен, так его не дорабатывали. Ну, черт с ним, типа. Он всегда так делал. Ага, тихо! Что-то увидел, нет? А. Чё? Мне надо бегать. Мне надо бегать от этого? Что это? Это что-то это что было сейчас? А где тотем это? Это чё? Я то, что я тоже умею так делать, чувак. Алло! Ну, началась фигата. Тотемов нет. Слушай, сайт мне. Ага, тихо. А что за красная фигня была? Не, реально, что-то было сейчас. Я не понимаю, что с разрешением, но... Это не должно что-то быть так, или что-то такое. Что-то такое, короче, он сказал. Ёшки-матрёшки, мне показалось, что там, короче, этот чувак снит, это куст. Чё за костерки, хераки, это что такое вообще? 7 минут прошло! Я ничего не нашел. Зато мне кто-то что-то на ухо нашептал. Я понял, первое, что здесь беда с разрешением. И... Красная дичь какая-то была. Сейчас был тотем только что мне показалось. Так типа мне показали, что тотемы огненные. Что сейчас было еще? Чем, может, я заметил? Может, я должен был обосраться? Ну, не знаю. А где тотемы-то? Алло! Или я тут... Или как-то я... I'm way too visible over here. Чё-то кровь... Чё-то... Ты что делаешь? А, я живой еще даже. Тропинка такая. Фу, мать твою, напугал меня. Чё за звуки, а? Это что такое? Алло! Я, может, не вижу чего-то. 9 тотемов, 10 минут прошло, я не нашел ничего. Ты мать твою, я почему-то плохо гулял. Такие дурацкие звуки, что это такое там? Must be careful, or it'll see me. Чё-чё? Ага, невидимая стенка, спасибо. Где твою за ногу тотем? Ага, тихо, чё это? Чё это вон там? Мать твою! Мне бегать от этого надо? Ну, мало ли чё, вот красная дичь обострёт меня. Ah.
тебе говорю. Мне говорят, что он будет желтым, а он нифига не желтый. Что такое шип пресс, эх? Ёшкин кот, здорово, ты кто такой? Так это тот на меня нападал, ты такой рогатый. Чё это такое? 988 очков, тотемов 0. Спринтайм 0. Тотемов 0, ну естественно. Ну окей, хорошо. Сложновато, конечно, что дело делать. Судя по всему, я убедился, что этой красной хрени. Красного вот этого. Я понял. А вот с разрешением здесь проблемы, судя по всему, очевидно. Я с самого начала начинаю, да? Моя голова, типа, ой, фу-фу-фу, всякие змеи отвлечь. Да ты пошел в жанр, а? Мошка. Есть. Вот я нашел один тотем, и то потом убегает от красной дичи. Я вообще его вовсе потерял. Дичь, короче. А я думал, что все это, блин, хорошо началось. Солнышко, травка, херавка. Что-то потому что, что-то я не... Я вам сказал только я потому что, понял? Судя по всему, днем искать эти чертовы тотемы вообще прям не вариант, потому что... Ну, не вариант. Ну, подсветка, вот, смотри, мало ж чем она нам помогает. А мы давайте я просто весь лес сожгу и все. И уйду домой. Как вам такой вариант? Меня устраивает полностью. Nightfall is near. Чего? Ночь мне не надо? Что-то такое он сказал. Вот он. Не надо. Тотемы искать днем не вариант вообще при свете дня. Он сказал, мне не надо, а вот их при свете дня не вариант прям искать. Причем еще когда эта красная дичь за мной ходит, и монстры всякие из-под кустов выпрыгивают. Вы что, насылаете, что ли? Что это сейчас было опять? А, ты зажигалку-то выруби, слышь? Вроде же говорили, что без света. Чего? Выключи свет, все правильно. Найди 9 чертовых тотемов. Где они? И вообще не видно. Они синие же, а что это было-то вообще? Показали, что красные не подсвечиваются. Используй вот эту дичь, чтобы подсветить их и найти. Ну, скорее всего, это был не тотем. Ну, скорее всего, это был не тотем. Что-то другое. Ну, чипон, может, какой-нибудь. Может, пистолет какой-нибудь. Откуда я знаю? Ага, тихо. Вот, сейчас как раз проверим, что это такое. Не, это тотем, смотри-ка, это тотем. Это, да-да-да, это именно этот, да, это тотем. Гори, зараза! Первый из 9 тотемов. 8 тотемов осталось. А, нет, это не он. Я думал, я второй вижу. Это факел. Ой. Интересно, конечно, это затягивающее, может быть. И, ну, интересно, это интересно. Ваша стать полностью. Ага, тихо, еще один вижу. Вон он. Я нашел за минуты 2, наверное, сейчас 2 тотема. За прошлые минуты, я не знаю, ну, минут 11. Чего это было сейчас? Надо было нажимать Shift. Shift плюс F. Только я так и нажимал. Сейчас даже меньше получилось. Потому что, собственно, у меня очки за время очень маленькие, потому что run time 29? Это что за хрень? А с чего это так? А что это такое в смысле? Run time 29.
хрень как происходит, я ничего не понимаю. Where am I? My head. Сожги! Сожги! Теперь хотя бы я разобрался, что делать. Тебе надо просто понаходить чертовы тотемы и, собственно, и дело с концом. Потому что иначе я не понимаю, что делать мне. Их прям, днем искать, но не вариант. А говорит, ночь мне не надо, потому что что-то и чё. И всё. Крутые, конечно, содержательные диалоги у него. Вечереть. Ночеть. Ты, мать, опять на эту чертову гору набрела. А там на ее периметре-то и нет ничего. Хотя, мне кажется, они каждая катка новое место для тотема. Если они прям уже закончатся, то тогда они начнут повторяться. Но мне кажется, это будет очень редко. Прям редко-редко. Эта игра мне чем-то напоминает Дудера. Когда-то был у нас тоже воскресный хоррор. Давненько уже. Вот, она очень сильно похожа на него. Ну! I better turn off the lights. Ну это что? Ты думаешь, это тотем валяется? Ага, тихо! Мне показалось. Ну, это, по идее, это Дудер на нее похож, потому что эта игра была выпущена намного раньше, чем... Это что такое? Это текстура, что ли? Первый раз. Так, а ничего тут, все, больше нет никаких тотемов. Да ё... А где красный чёртов свет? Я его не вижу, что ли. Ну, видимо, рядом просто был. Ну, я его не видел. Тотемов больше нет. I've got to be careful. Нет. Он не сказал слово Бог. Бог гад. Ну, Бог сказал. Значит, другое. Козёл! О, козёл! Это же тут чувак в форме козла. Готмен. Нет? Разве есть такая игра? Готмен. И тут тоже чувак на него похож. Ну иди же, посочи же, а. Пошу в баню, а. Вали от меня. Да прикинь, на тупик набреду сейчас. И все. Тотем. I've got to be quiet. А я пробежал тотем. Нет, не пробежал, окей. Хорошо. Два тотема. Гори, мразь. Гори. Два из девяти тотемов. И опять набрел на чертовую гору. Тихо. Показал, что по деревьям просто красный цвет прошел. Хотя, может, даже мне и не показал. Тут всякое может быть такая фигня может быть. По крайней мере, больше нет таких зубов. Типа... Вот такой хрени больше нет. Возможно, опять же, либо ее просто еще нет, либо ее между катками убирают ее. Ну, есть же такое иногда бывает. Так, тут меня не было еще. Это что за ворота? Что-то оранжерея.
Хотя вот... За мной бежит кто-то? Да ёшкин, беги! Чёртов куста, я все время пробегал сквозь них! Нет, сейчас надо было не сквозь них пробежать! Похоже, вот эта фигня! Вот эта фигня! Меня, знаете, что я на мысль это натолкнула? На такую? То, что эта фигня появляется только после тотема. А знаешь, что меня на эту мысль надвинуло? В прошлый раз? Это в прошлый. В этот раз, ну, эта игра была. А... Она появилась, фигня, и после этого же раз появился тотем. То есть оно меня как-то пытается отогнать от тотема, что ли? И в первой самой катке. А фигня появилась рядом с тотемом и отогнала меня от него. Совпадение? Не думаю. Все, давай отвалим уже отсюда. А ты кто такой? А я увидел того. Я того черта увидел, короче. Он справа стоял. Он сейчас за мной бежит, я слышу его звуки. Он бесится в траве. Все? Я сбежал, окей. От него я сбежал. Но еще вот этот вот черт красный, не, он продолжает за мной катиться. Глаз чей-то, ну, судя по всему, это глаз. Он все цвет кушает. Ни хрена не весело, слушай, давай отходи уже от меня. Что ли, и чё? Херас, дебил. Better get moving before it finds me. А можно я в путь зайду? Короче, к черту, мне надоело. Видимо, она запаковалась, скорее всего. И меня не может она убить. Короче, ладно. Игрушка, я бы не сказал, что... Ты можешь сейчас мне тут не... Это... Не шептать мне на уши. Окей, ладно, черт с ним. Все, давайте это заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК. Спасибо. Ставьте пальцы вверх, чтобы иметь ролики по последствиям хором, другим видео, другим играм. И всем удачи, и всем. Пока-пока.